Всем привет! Сегодня 3 октября, на улице нолик, сегодня среда. Вчера у нас вечером затопили кухню, ванную, туалет, потому что этот отсек квартиры был нетопленный. Та часть, где спальня, зал и другая комната, там топили. А здесь нет, вчера вечером затопили, тепло, классно, я очень рада. И сейчас по средам у меня сокращенный рабочий день, уже был 2 недели, я надеюсь, на этой неделе тоже будет сокращенный рабочий день. Я с собой на работу беру только салатик, сейчас переложу сюда в этот лоточек, не буду еду брать больше ничего. Надеюсь, я уйду, пообедаю уже потом дома и заеду сегодня в отдел «Своя полка», надо довести часики. Потом вот часики, вот это тубы, кстати, вот это вот вешать, я сделала сама из картоночек, которые из-под бумажных полотенец. Обмотала их, пленочкой закутала. Короче, вот такие вот штучки у меня получились под часы. Это я уже показывала, пришло с Алиэкспресса. Там у меня еще есть колечки. Приеду, добавлю туда, дотыкаю. И пускай будет уже теперь красиво. Ну и попробую кинуть вот этих вот свинок. Что там как, ну рано, конечно, это к Новому году, пусть валяется все равно, и отвезу брошечки, посмотрю вообще, как там дела обстоят, может, надо еще что-то будет подвезти. Короче говоря, по плану работа, своя полка заехать, и, конечно, по плану освободиться пораньше, потому что я скажу, я голодная, я без еды, мне надо срочно домой. Шучу, конечно. Вышла погулять ненадолго с Шушей, гуляем мы на лоджии. Да, Сусик, мы на лоджии гуляем? Ты хорошая моя девочка. Гулёна, тебе гулять, уже спать пора. Шушки ночные зверьки, они ночью бодрствуют. Она начинает бодрствовать с вечера и заканчивает утром. Сейчас она вот как раз нагуляется, и все, ей будет классно, она покушает и ляжет спать. Да, что ты лапки свои сжала, кулачки, давай. Так люблю, когда ты так делаешь. Да, да, давай, давай, хороший. По мне хочешь походить? Типа, мне хочешь походить, ну походи. Походи не больше, ну. Что? Зверюка ты. Зверюка. Наша Шуша выше всех. Здесь у меня сушились одуванчики. Эта Шушка так прыгает. Может, я еще успею одну партию хотя бы посушить. Уже одуванчики заканчиваются. Одуванчики сушу я для зверей. И для этой Шушеры. И для свинок морских. Очень они их любят. Да, мой цветочек? Шушундрёчек. Да, конечно, когда едешь к 9 и еще выезжаешь чуть позже обычного. Я обычно выезжаю в 8, начало 9, а сейчас уже почти 8:30. Машин всегда много, всегда уже все впритык спят, наверное. Я так не люблю, но сегодня так получилось. С Шушкой гуляла, ладно, ничего страшного, успеем, пробок нету. Там впереди красная машина, как-то она так подозрительно едет. Не могу понять, то посередине дороги, то обочину хватает, либо водитель неопытный, тут авария или поломались. Сейчас посмотрю, молодец, услышим. А в красной машине сидит женщина, все с тобой понятно. Вон с Североморска какая процессия едет тоже, кто Мурманск, кто куда. Североморск — это закрытый городок у нас тут, военный. Недалеко от Мурманска. Так интересно, машина, когда тормозит впереди меня. Такое чувство, как будто она глаза зажмуривает. Вот как будто сейчас зажмурилась. А когда она жмет на тормоза, как будто бы она глаза открыла. Вот так, молодец. Открывай глазки, закрывай глазки, открывай глазки, закрывай глазки. И все, и поехали. С закрытыми глазками мы поедем. Вот. Здорово. Я не знаю, закрываться сейчас вот так. Время сколько? Без 20. Да, я не знаю. Или прикрою просто. Так, кладу 20, записываешь хлеб 30 и беру 50. Угу. Давайте еще не туда. Что-то я в окно, нет? Не знаю. Слушай, ну вчера было меньше, чем обычно в среду. Сегодня больше, чем обычно вторник. Они как-то... А понедельник вообще, считаю, мало было. Я бы сегодня удобнее, не удобнее.
Она сама не торопится. Если бы она хотела быстрее уйти, она быстро сделала и ушла. Она тут сидела тоже. Сделала что-нибудь, тянет, по волкам полетает. Да? Когда вот приезжала на той неделе. Подумай там. У меня на компьютере 9.01. Ты у меня. Тоже, они как-то по-разному. Один раз сказали 9 часов, у меня было без одной минуты. Теперь их... Она уже тоже где-то брешет. Да. Асель, чей это кофе? Да, Олин кофе. Погоди, какой Оли? Какой Оли? Чего кофе? Кто? Что вопросов было? Столько вопросов. Не надоело отдыхать? Сейчас уже нет. Поначалу было дико. Да? А сейчас уже... Уже все. Уже втянулась, уже так как должно быть. Уже не спешу. А просыпаешься с утра? С утра просыпалась я очень рано. А сейчас тоже 7-8. Ну, короче, все равно. Все равно, по 7-8. Не в 6 и не в час. Не-не-не. Время 10, я уже все сделала, мне вообще просто домой идти. Нет, я посижу до 12. Я к тому, что дальше. Скажи, у меня мыслительный процесс. Да. Это вот если я сижу, это не значит, что я говорю, что ты ничего там не делаешь, что... Вот я говорю, если я сижу, это я думаю, говорю. У меня умственный процесс. Да. У меня движение идет, просто никто не видит. Ну и что же, все идет по плану. Я уже освободилась, время без 5:12. Сейчас еду в центр города, в Моисей, там, где находится отдел «Моя полка». Отвезу кое-что туда, посмотрю, как там обстоят дела. Люблю, когда все по плану, это отлично и здорово. Так, ты меня пропускаешь, да? Ладно, спасибо. Спасибо тебе, дядечка, с усами. Я уже добралась до центра. Вот там вот по правой стороне, не буду тыкать пальцем, живет Анютка. Отсюда я ее забираю по утрам. Здесь детский мир у нас. Когда я рано утром за ней заезжаю, ничего не видно, темно. А сейчас вот видать, как раз у меня зеленый. Как раз успеваем. Очень хорошо. Кстати, завтра у нас 4 октября, и завтра у нас день города. Но я туда не попадаю. Лена в пролете, как муха в самолете, потому что Лена работает. А вот это впереди выглядывает высокое здание. Это гостиница «Арктика» была у нас, а сейчас я не знаю, осталась она так «Арктика» или нет. «Азамит». Что-то там делали, переделывали. Я так редко бываю в городе, в центре. Только вот если по делам еду, куда мимо проезжаю. Вот видите, какое здание здоровое. Здесь табло у нас. Телевизор стоит. Огромезно, красивезное. Так, мне сейчас налево. Сейчас всех пропустим. Да, «Арктика», деловой центр. Так все и осталось. Ничего не изменилось. Такое название есть. А впереди вокзал, а слева Моисей. И сейчас, если нет мест встать возле Моисея, я встану вокзала. Мне вот налево место было, кстати. Ладно, мне все равно потом в ту сторону ехать. Хотя нет, можно вот сюда встать. Сейчас мы сюда и станем. Запрещающих знаков не было. Вот так вот. Приехала на полочку добавить. Так, она 10-я сейчас у меня. Посчитаем, а я тогда разложу, да? Да, конечно.
вот что в итоге у меня получилось. У меня одна полочка, но эта полочка, которая нижняя, сейчас я показываю, пустует. И часть бижутерии хозяйка поставила моей туда. То есть там всякие, вот я положила свои блестяшки, сережки там, потом следующая полка не моя, и вот это вот опять моя, здесь сережечки, часики, все такое красивенько, блестящее, я как сорока сама люблю такие вещи. Оформила я колечки, наконец-то, у меня теперь они будут красиво выглядеть, смотрите, как все, и цены видно, и колечки видно, а то они лежали в целлофане, и их было плохо видать, а теперь все, пожалуйста, смотрите, все я понаклеила, время мне все это заняло, наверное, минут 30-40, это на видео кажется, что быстро, потому что все привела в порядок, все было раскидано, все поразложила, потому что люди копаются, смотрят, и... Естественно, приводят это все в беспорядок. Продавцы, конечно же, все это дело поправляют, но, тем не менее, хозяйская рука своей рукой, владыкой, сделает все как положено. Так что вот так вот. И вот кто-то продает такие же игрушки, как я вижу, выложили на продажу. Это я вам просто показываю уже, что там можно купить. Вот мыло там, ручной работы там есть. Тоже красивенько. Там много чего красивого. Мне кажется, если кому-то надо купить подарок, обязательно надо ехать туда. И обязательно что-то вы себе найдете. Потому что я походила, позаглядывала. И себе тоже нашла там сладости. Или из Финляндии, или из Норвегии. Такие мармеладочки вкусненькие. Купила себе. Сделала выручку заодно. Вкусные-вкусные. Такие вообще классные получились, купились. Так что вот такой вот отдел. Отдел замечательный, мурманчане. Отдел «Своя полка» называется, торговый центр «Боисей». Вниз по лестнице, крайний вход и сразу налево. Это типа реклама, типа не реклама, не знаю что. Там и мой товар, поэтому я и приглашаю всех. А впереди Мурманский морской рыбный порт. Видите, краны торчат там. Башни эти, вон они, краники. Выглядываю. Вот так вот фура станет, и все, и плетись за ней. Сплошная, обгонять нельзя. Будем ехать. Все, расширение дороги обогнали. Сейчас начнутся кочки. Дыдык. Дыдык. Как на коне. Дыдык. Где мой дыдык? Дыдык. Ну и предпоследний дыдык. Это называется, когда скучно ехать за рулем. Начинаешь развлекаться сам с собой. Вон он впереди еще один дыдык и все. И дыдыки закончатся. Дыдык. Я уже дома, сейчас нажарю рыбных котлет. Это фарш из щуки. Щуки, получается, шикарные котлетки. Если добавить туда лучка, чесночка, сальца, просто пальчики оближешь. И у меня еще по планам сделать педикюр и помыть голову. Сначала я, наверное, помою голову, потом займусь педикюром. И так больше ничего сегодня делать такого особо не собираюсь. Может, немножко повяжу, видео помонтирую. Короче, текучка домашняя. Пункт номер один исполнила, выполнила добросовестно, пошла также добросовестно выполнять пункт 2 и 3.